Мы находимся в Смитфилде, в центре Лондона. Смитфилд – это историческое место, которое сегодня мы знаем по знаменитому мясному рынку, находящемуся за мной. Смитфилд находится рядом с лондонским Сити, с этим центром финансовой деятельности. Но и выглядят они совершенно по-разному, поскольку формировала их история тоже по-разному. Смитфилд – один из старейших лондонских рынков. Торговля скотом и мясом началась здесь 800 лет назад. Объем продаж – 120 тысяч тонн ежегодно. Это аутентика. Посмотрите, я имею в виду, это старое, это традиционное. Это Англия, это все, что это о том. Это очень открытая атмосфера, это абсолютно прекрасно. Я люблю подниматься в утро, я люблю приходить вниз. Это лучший мясо-маркет в мире. Мы обслуживаем нацию, это прекрасно. Мясо рубили здесь не только на рынке. Издавна Смитфилд был местом казней. Немало голов сложили здесь революционеры, мученики за веру и политические противники. Сэра Уильяма Уоллеса мы знаем по фильму «Брейвхарт». Шотландского патриота обвинили в государственной измене и казнили четвертованием. Старейшая приходская церковь Лондона Святого Варфоломея была основана в 1123 году. Она действует и по сей день. В Страстную пятницу здесь устраивают баттерворцкую благотворительность. Когда-то бедным вдовам церковь традиционно выдавала 6 пенсов, которые укладывали на могильную плиту. Сегодня никто не помнит происхождение этого обычая, но он жив. Прихожанам раздают пасхальные булочки. Рассказ о Смитфилде был бы неполным без Филиппа Стюарта, служителя церкви Святого Варфоломея. This building is so old that it has creaks and groans built into it. It's always not moving necessarily, but it's talking back to you. This is a stone sarcophagus that they would have used to put the monks in when they buried them. Once the body had been decomposed sufficiently, they could remove the bones and put them in a charnel house because they were afraid if they weren't in a sacred place, the bones could be inhabited. This church is so important historically because it is the only Norman building left in London. People use it all the time for filming, for television, and for cinema. A Robin Hood, Prince of Thieves, 4 Weddings and a Funeral, Shakespeare in Love, Sherlock Holmes, and many more. Смитфилд расположен неподалеку от лондонского Сити. Финансисты и делопроизводители в конце дня наполняют местные бары и рестораны. Ресторан «Сент-Джонс». Фергус Хендерсон страдает болезнью Паркинсона с 96 года. Несмотря на это, ему удалось получить престижную звезду путеводителя «Мишлен». It's British because I'm British. Good British food, full seasons. It seems the appropriate way to cook. The philosophy is nose to tail. We do love all the tasty bits that other people sort of overlook sometimes. Sweetbreads, livers, spleen. This is really the signature dish. Bone marrow, freshly cooked toast, bread which we make on our own bakery, which Fergus, somebody who is passionate about what he does, truly inspirational chef, just really celebrates the joy of delicious lunch. I come in here every morning for 18 years. It's still exciting. Yes. It doesn't seem to grow old. I don't know if that makes it special, but it's special in my heart. Смитфилд, как и весь Лондон, живет круглые сутки. Прежде всего, это торговый район со знаменитым рынком. Однако обилие баров и ресторанов дает возможность отдыхать и общаться. Рано утром на заре можно видеть, как из клубов выходят последние гуляки, в то время как рабочие на рынке уже начали свой день. Ну а третья смена – это служащие финансового сектора из Сити, которые тоже стали неотъемлемой частью этой исторической части города.